Представители 23 трудовых коллективов Брещины приняли участие в финале областного конкурса «Новые имена Беларуси образца 2016 года». Главная цель инициативы – приобщение к культурному здоровому досугу, воспитание чувства патриотизма и популяризация любительского художественного творчества. Конкурс творчества трудовых коллективов «Новые имена Беларуси» – это профсоюзный конкурс, и участвуют в нем наши профсоюзные лидеры. И сегодня со всей Брещины съехали сюда, во дворец профсоюзов, наш центр – профсоюзной культуры люди для того, чтобы принять участие в Брестском областном финале. В Брестском областном финале конкурса сегодня будут выступать 23 коллектива, то есть это представители 23 трудовых коллективов, которые приехали за них болеть, которые привезли их, которые их воодушевляют, и я думаю, что сегодня будет настоящий праздник. Сами участники признаются, что хоть и испытывают волнение перед выходом на сцену, но рады возможности на время сменить род деятельности и окунуться в атмосферу творчества и красоты. Мы, конечно, не ожидали, что финал областный даже мы попадем вот так, потому что мы просто акапельно, у нас аутентично. Песня местная, а тут все спевают, все с фонограммой, все с такие с музыки, и мы даже не ожидали, что мы попадем сюда. Вот. Для нас это счастье попасть сюда, вот, на финал, в Брест, на новые имена Беларуси. Участвую, потому что я знаю, что перемена деятельности – это очень хороший отдых. Тем более я люблю активный отдых. Вокалом занималась еще в школе, немножко это забыла. И сейчас возобновила снова. Если кому-то это нравится, значит, получается неплохо. У членов жюри, по их собственному признанию, в этот вечер была работа, которой сложно позавидовать. Каждый коллектив или исполнитель, выходящий на сцену, достоин того, чтобы стоять на пьедестале почета. Определить лучшего из лучших – непростая задача. В первую очередь определяется степень одаренности, профессионализма, артистичность обязательно должна быть. Если это большие какие-то сводные коллективы, хочется, чтобы это были, ну, хорошо поставленные номера, чтобы они были красочные, яркие, чтобы они были смотрибельные. Я думаю, телевидению это тоже немаловажно. Ну, а в целом, я думаю, что еще и сердцем, конечно, оно будет больше подсказывать, потому что в нашем деле, в нашей профессии это достаточно субъективное такое отношение, и сколько членов жюри, я думаю, будет столько мнений. Но для того нас и много, чтобы мы нашли какой-то консенсус и выбрали лучших. По итогам областного этапа были названы имена 7 победителей и призеров в 2 номинациях – сценическое творчество, а также изобразительное и декоративно-прикладное искусство. Однако Брещину на республиканском уровне будет представлять 20 конкурсантов, определенных компетентным жюри. В Минске им предстоит пройти 2 тура – закрытый просмотр видеоматериалов и экспонатов и открытый концерт, конкурс и выставка. Несмотря на то, что конкуренция на творческом турнире серьезная, и сами участники, и руководство областного объединения профсоюзов уверены, берестейские таланты смогут выступить на достойном уровне. Мы уверены, что наши люди будут в республике представлять достойно Брещину. И вот тут уже, конечно, это очень сложно, но все-таки в этих трудностях и победят. Анастасия Стропко, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.